Подарок, да еще какой. Кириллу и Сергею недавно исполнилось 18. Они получили ключи от квартир благодаря губернаторской программе по обеспечению собственным жильем ребят, которые остались без попечения родителей. Поздравил их глава округа Андрей Иванов. Я уверен, что квартиры, которые мы вам предоставляем в микрорайоне Восточный, будут комфортны не только внутри, но еще вам будет комфортно и жить, выходя на улицы этого прекрасного города. Квартиры мы предоставляем не просто с голыми стенами, а с полноценным ремонтом, с мебелью, необходимой техникой. Поэтому буквально получив ключи сегодня, вы можете поехать к себе и там, собственно, уже остаться. Ребята уже побывали в своих квартирах, остались под большим впечатлением. Нравится то, что там все обустроено, уже ванна, все есть, ремонт, в принципе, да. Переделать-то ничего не надо. Там свое поставил, там диван, все такое. Очень удобно. Сама-то она такая просторная для однушки, слишком большая, я так думаю. Скоро Кирилл и Сергей переедут в микрорайон Восточный в Звенигород. Кроме комфортабельных квартир, им повезло жить в одном из красивейших и старинных городов нашей страны, уверен глава муниципалитета. Полина Бахова, телекомпания «Одинцова».